Ну что ж, друзья мои, и вот сейчас дама в золотом. Блондинка, прекрасная, которая отвечала за все шумовые эффекты в первом отделении нашего фестиваля. Это академический бокал для жюри. Татьяна Бочкарева, всего лишь 40 лет. Что она скажет вокально, мы сейчас узнаем. Прошу вас. Здравствуйте. Я отношусь, конечно, к профессионалам. Я мультипевица, и сейчас я с большим удовольствием хочу спеть для вас выходную арию Марицы из оперетты Имры Кальмана «Марица». Вы знаете, мне все время хотели задать вопрос. Как ведешь концерт, прозвучал академический
лирические вокалы. Смотрите, артисты уже разошлись. Потом приходишь в гримерку, переодеваешься, а спросить, я так и не спросил за свои 25 лет, служа вот как бы вот, вот примерно вот так. А Мурку можете? Пусть Ольги Кормухиной. Понятно. Вот за это я вас и люблю. Спасибо огромное. Намеченный путь должен быть обозначен. Академический вокал. Уже не академический. Путь Ольги Кормухиной. Спасибо. А, второй. Две же. Вот. О, вот это хорошая песня. Мне нравится. Вам покажет. Одинокая звезда. Гран-при фестиваля. Бочкарева Татьяна, вокал.